Сотрудники полиции в 6-м микрорайоне Нижнего Новгорода в подъезде одного из домов задержали 42-летнего мужчину по подозрению в изготовлении амфетамина. В результате личного досмотра у задержанного изъято более 3 грамм амфетамина. По данному факту следователи первого отдела полиции управления МВД России по городу возбудили уголовное дело по статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В ходе проведения обыска по месту регистрации гражданина были обнаружены и изъяты предметы и вещества в виде лабораторного оборудования и прекурсоров для синтеза амфетамина, а также 8 полимерных пакетиков с готовым веществом. Злоумышленник арестован и ведет следствие.